Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Как провести выходные насыщенно и интересно, узнаем прямо сейчас. В это воскресенье, 27 ноября, в ДК «Заря» состоится концерт «Волгари поют». Для гостей вечера прозвучат любимые и широко известные народные песни о родном крае, лирические хоровые произведения. Красочные танцевальные композиции, хороводы, частушки, русские пляски и кадрили, а также яркие нарядные русские костюмы подарят незабываемые впечатления и эмоции зрителям, дадут возможность окунуться в традиционную народную культуру страны. Начало в 15:00, вход свободный. Литературные прогулки по Самаре, не выходя из библиотеки. 26 ноября в библиотеке имени Надежды Крупской состоится встреча в рамках цикла «Мои 6 рукопожатий». Встречу проведет доктор филологических наук, краевед, профессор, журналист и ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. В центре обсуждения в этот раз самарский писатель Александр Гальдыбаев, имя которого оказалось практически стерто со страниц истории отечественной литературы, но звучало очень громко в начале 20 века. Михаил Перепелкин и Ксения Морозова издали его книгу, первую за последнее столетие. Об этой книге и о том, как она рождалась, авторы расскажут в эту субботу. Начало встречи в 18:00. Ждут всех желающих. 27 ноября в России традиционно отмечается День матери. Этот светлый праздник можно отметить в Центральной городской детской библиотеке, где на этот день запланировали много интересного. В 11:00 – литературная мастерская «Читаем, творим и вытворяем». В программе «Теневой театр» по сказке Сэм Макбратни «Знаешь, как я тебя люблю», а также мастер-класс «Букет для любимой мамочки». В 12:00 состоится праздничный концерт, на котором можно будет увидеть множество творческих номеров, а затем малыши смогут смастерить красочную поделку. Провести день в кругу семьи и поздравить мам с их профессиональным праздником можно будет в воскресенье на аэродромной 16А. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.